Всем привет! Сегодня курьер принес мне посылку вот такую. Довольно-таки очень быстро сработала служба. Здесь должна быть куртка магазина Banggood. Вот сейчас посмотрим, насколько я смог правильно подобрать размер. И насколько правильно у них там написан размер. Куртку вскрывал кто-то. Чего вы вскрывали? Что там смотреть-то, блин? Неужели вы не чувствуете, что здесь? Угу. Вскрывали. И заклеили, да? Скотчем заклеили все, блин. Кому-то прям вот интересно было, что ж это такое. Мне самому интересно, что это такое. Вот такая вот куртка. Сейчас я ее надену, примерю. Да, простоватая. О, отлично. Размер нормальный. Размер нормальный. Это хорошо. Значит, что, заклепки в виде пуговиц. Мне казалось, что это пуговица и есть. Так, тут есть карман небольшой. Здесь обманка, здесь нет, блин, кармана. Желобы-то, блин. Так, тут есть внутри карман, тут нету. Вот можно было здесь внутри сделать. Кнопочки. Ну, такой вот куртофан. Теперь я почти что весь в китайской одежде. Правда, на нее надо было, может, синюю заказать. Или это у них она где-то валялась. Ну что, два кармана. Раз, два. Три и внутренние четыре. Нормальная куртка. А как можно по размеру, оказывается, все подобрать. Ну так, ходить на работу пойдет. Более там еще с этим, со звездочками, с погонами там US Army. Конечно, красивая, но чужой армии куртки. Не нашел. Так, это если холодно. Ну, так, в принципе. Ниточки торчат, конечно. Немного, но есть.
Главное, они при мне познакомились. Пару месяцев назад. В ночном клубе. Пришел со мной и ушел с ней. Ну ничего, Федя еще пожалеет, что связался с этой девкой. Но я выгодна для нее жених. Вы меня просите за бестактность, но и для вас тоже. Я хотя бы его любила. А она клюнула в сердца богатых родителей. Ну, главное, что хоть по размеру подошла, и то хорошо. В общем, что, ставим лайки, подписываемся на канал. Пока.